Короче говоря, я стал Кента ПК. Хей, ребята, Кента ПК на проводе, и сегодня мы будем открывать 10 скорпион кейсов. Да, это не фейк, да, это не вброс, да, это не концепт, я действительно открою 10 новых кейсов. Мать моя женщина, это просто отвал башки. Рот мне в ноги, ну что ж, а мы начинаем. Ну что ж, мои дорогие, уважаемые, мои любименькие... Подписчики, мы открываем кейсы. Так. А ну-ка. Выпадает скин на мое любимое оружие, то есть дробаш. Знаете, что самые топовые игроки играют только с дробашом. Ну а мы уже открываем второй кейс, и мне Мать моя женщина, рот мне в ноги. Это же скин на новый дробаш. По-любому окупились, но мы не будем проверять это, но я уверен, что по-любому окупились. Давай еще чуть-чуть. Мать моя женщина! Пацаны, на ваших глазах я выбил легендарку. Все, я теперь буду только с АВП бегать. Только с этой АВП. Она просто шикарная, она просто красивая, она просто... Мать моя женщина. Ладно, что-то мне с кейсами совсем не ведет, пойду лучше поиграю. Надо Саню позвать. Алло, дядь. Это рофлы какие-то. Это что за рофл? Дядь, это рофл какой-то. Это просто рофлянди. Это рофл какой-то. Дядь, ты просто зашел в Дискорд, и поэтому ты меня слышишь. Просто это голосовой чат. Мы разговариваем по интернету. Я не у тебя дома. Слушай, Кент, ну точно не тебе говорить что-то про Дискорд. Ну и тем более учить меня. Ты за 2 года в Дискорде даже не можешь аватарку поменять. Да я не могу поменять, там какой-то бах. Там просто бах, бах какой-то, бах. Все, я понимаешь, понял, бах. Я не понимаю, что там. Безумно можно быть первым. Дядь, а слабо со мной дуэль на стриме? С тобой дуэль? Я пон. Итак, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас, прямо сегодня, прямо в эту минуту, прямо в эту секунду я буду дуэлиться с самим ТикТаком. Может, хватит? Итак, я уже забрал 2 раунда. Блин, дядь, как так можно плохо играть? Слушай, это Габел, это Габелье. Ну ты просто стрим-снайпер, Я не могу, просто стрим-снайпер. Ты знаешь, где я? Дядь, вот откуда дядь, ты знал, что я япон, там? Япон, дядь. Смотри, просто я хорошо играю. Нет, ты просто стрим-снайперишь. Просто сознайся. Вот прямо сейчас напиши в чате, сколько тебе лет. Дядь, ну мы как бы с тобой в Дискорде тут. Блин, мышка конченая, не довела просто. Так, ну а мы продолжаем открывать кейсы. Открываем кейсик Скорпион. И прямо сейчас я очень надеюсь, что мне выпадет что-нибудь хорошее. Просто что-нибудь хорошее. Поэтому обязательно пишите в комментариях хэштег «выпадай нож». Хэштег «выпадай нож», пожалуйста. Пишите. И, блин, почти нож. Ну почти нож. Вот. Ну почти нож. Так, ну что ж, давайте откроем еще один кейсик. И я очень надеюсь на нож Айкомандо. Айкомандо – это самый лучший нож. А, блин, это же новый кейс. Тут у нас выпадает нож скоро п-п. И он... ножик. Так, ну что ж, крутится, вертится, и нам выпадает... Мать моя женщина! Это же не ножик, нам нужен ножик, нам нужен только ножик. Обязательно, обязательно пишите хэштег «выпадай нож». Пацаны, мне кажется, это просто какой-то бах. Бах. Просто какой-то бах, что мне не выпадают ножи. Это просто какой-то бах. Мне уже просто это надоело. Пойду поем сало. Ребята, извините, но я реально очень хочу сало. Алло, дядь, ну чё тебе там выпало? Да вообще ничего, блин, вообще. Дядь, ну просто, давай по чесноку, разрабы тебе подкручивают каждую обнову, почему тебе выпадает сразу нож, а мне нет? Да я сам не знаю, там рофлы какие-то. Все, япон. Ну что ж, видео подошло к концу, надеюсь, было смешно. Если было смешно, почему бы не подписаться на канал и не поставить этому видео лайк? Ну а если вы хотите еще какую-нибудь пародию, то напишите в комментариях, на кого именно, и обязательно соберите 5000 лайков под этим роликом. Ну а всем спасибо большое за просмотр, и всем пока. Молодая кукуруза.